Монтаж оборудования на конвейере кабин нового модельного ряда начался еще в мае. Каждый месяц здесь появлялись новейшие приспособления и инструменты, необходимые для качественного освоения новой технологии сборки. Одно из приобретений – умные гайковерты. Мы уже смонтировали так называемый умный гайковерт, предельная система, которая в дальнейшем будет интегрирована с МЭС, которая позволяет выполнить операцию, обеспечить 100% качества обеспечения момента затяжки. Кроме того, что инструмент полностью автоматический и максимально страхует от человеческого фактора, так еще и практически лишен вибрации. Такого помощника оценит любой слесарь МСР. Предельная электрическая система, так называемый умный гайковерт, который позволит качественно обеспечить момент затяжки основных соединений кабины снизу. Вот эта система у нас, вот она в работе. Вместо сточных манипуляторов будут работать навесные, более маневренные и удобные. Гидравлическая рука сможет дотянуться на расстояние до 6 метров. При этом вес детали не проблема. К примеру, панель приборов КАМАЗу-54-901 весит около 70 килограммов, а сиденье для водителя или лобовое стекло по 60. Пусконаладка оборудования идет полным ходом. В сентябре месяце будет запущено в эксплуатацию. Но и это далеко не все. А вот последним звеном в цепочке станет новая дождевальная камера, где будет вестись проверка кабин на герметичность. При испытаниях агрегат будет автоматически подстраиваться под размер кабины. Запуск запланирован на декабрь. Сейчас вовсю идет монтаж фундамента. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа.